Здравствуйте, всем добрый денечек. Вот решили в нашей чудо-машине приготовить рыбку. Купили мы вот этот пеленгаз. Ну, сейчас мы ее порежем аккуратненько. Лена уже ее помыла, все сделала. Остается только ее вот так. Раз. На три кусочка, да. И достаточно. Вот так. Во. Красота. Так, голову мы, короче говоря, нам Кирюшка тогда привозил рыбку, замороженные лежат. И эти две головы мы еще завтра, послезавтра сушиться сварим. Вот. Так. Это сюда ложим. А я уберу? Давай, убирай. Мне так сказали, что такую рыбу лучше готовить не костлявую, морскую. Сказали, что сазан, карп, они у нас сильно костлявые. Так, сейчас я немножечко водичку солю с рыбки. Тут моя хозяюшка уже тут мне намешала соль, потом черный перец молотый и приправа для рыбки. Вот сейчас мы ее потихонечку так раз перемешаем. Вот так. Я надеюсь, соли хватит. Хватит, конечно. Ну все. Вообще раньше Володя готовил рыбу. Ну, конечно, не такую. Ну да. Другой сорт рыбы. Но жарил на сковороде очень вкусно. Ну, так как у нас появилась чудо-техника. Да, вот решили попробовать. Мы решили попробовать. Ну. Вернее, Володя у меня решил. Сегодня сам поехал, купил эту рыбку. На рынке был с утра. И в общем, мы решили попробовать. Так вот. Все. Слушай, а что здесь не отрезала, что ли? Ну-ка, давай, Вов, сейчас нужно... А зачем плавник? Да и бог с ним. Давай ножницами отрежь. Все, Лен. Все, да? Он сам сдался. Даже вроде бы отрезала. Сам сдался. Ну, почему немножечко? Ничего страшного. Хвостики мы так решили оставить. Ну, да, посмотрим. Может, они вдруг поджарятся. Они вкусные. Вот ну, так вот. Так, все. Сейчас полежит минут 20. Немножечко, да, пропитается чуть-чуть. И будем укладывать нашу супермашину. Вот так вот все. Кстати, девчата, и правда, супермашина. До того там все вкусно получается, в этой супермашине. В общем, мы остались, конечно, довольны. Ссылка вот еще будет сейчас попробую в описании видео на эту чудо-технику. Так что фритюрница просто замечательная. Готовит без масла или минимум, просто минимум масла. Кому интересно, зайдете, посмотрите, просто немножко закажете. Подсыпаешь маслица, чтобы это... Да. На решетку немножко масла польем. На решетку. Володь, убери вот эту мисочку. Конечно, конечно. Раковину сейчас подумать. Все, ждем 15-20 минут. Потом продолжим. И продолжим. Всем здравствуйте. Всем-всем. Всем-всем здравствуйте. Ну вот ждем, пока замаринуется наша рыбка. Пеленгасик. Ну, и будем пробовать. Сейчас попробуем. Я же уже сказала, что Володя готовил, ну, не такую рыбу, готовил раньше на сковороде, очень вкусно получалось. И, кстати, в духовке тогда карпа тоже готовил, вкусно получалось. Вот сейчас просто мы испробуем эту машину, как именно рыбка в ней готовится. Да. Да, я думаю, вкусно. Понравились. Очень вкусные, кстати, очень сочные котлеты. А крылышки нам понравились. Картошка фри понравилась. Да. Хорошо. А вот рыбу мы еще не пробовали. Сейчас попробуем. Вам покажем. Обязательно, конечно, покажем. Что у нас получится. Сидим, ждем. Два кума. Кумушка и кум. Сидим, ждем. Да, сидим. Сидим, ждем. У нас что сейчас... это, капля это. Вода. Сейчас давай я смажу маслом немножко.
Да ты капни рукой. Ну, про этого. Как не рукой? Давай. Закрываем. Сейчас немножко маслом смажу. Я думала, ты рыбку смажешь. Ну, немножко смажу. Ну и все. И давай немножко сюда. Вот так польем. Размешай. Так, 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 так. Папа сегодня повар у нас. Да. Заставили готовить. Так, ну ладно. Потихонечку будем укладывать нашу рыбку. Так. Хвостик сюда. Я уже знаю, что будет вкусно, потому что папа готовит. Угу. А мама невкусно готовит. Ну, папа вкуснее получается. Ну. Даже борщ у папы очень вкусный, чем у тебя. Да я говорила уже девчатам, что борщ он любит готовить. Только давно не готовил. Картошка красная. Давай я. Алён, давай. Я придержу. Врубай. Давай. Так, где у нас там рыба? Рыба, вот она. 4 градуса. Сколько там готовится? Сколько минут? 10 минут. 10. Да. Ну посмотрим. Что-то быстро. Да если что, добавим потом немножко. Посмотрим. Ну все, будем ждать. Будем ждать. Ставим ждать. Папе лайки. Папа сегодня повар. Ага. А маме дизлайки. Да я шучу, мам. Маме дизлайки, да. Девчоночки, вы ее не слушаете. Да я пошутила, что ты как это. Да я знаю, что ты пошутила. Маме дизлайки за то, что отца рыбу заставила готовить. Эксплуатирует, ага. Иногда можно. Правда, девочки, иногда можно. Все запищало. Сейчас она отключится, машина. Машина притернется. Машина. Наш агрегат. Сейчас посмотрим. Вот 10 минут прошло. Так, ну сейчас запах, конечно. О, какая красивая. Что, думаешь, перевернуть надо? Да я не знаю, давай попробуем. Одну переверни, посмотрим, как там она снизу. Да, можно было бы не переворачивать. В принципе, ну, это... Давай, не надо переворачивать. Да, 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 все-таки уже. Не надо, не надо, не надо. Да? Конечно. То красоту испортишь. Конечно. Что, еще минут на 5 поставим? Давай. Чувак, покажите мне. Красивая, да? Танечка тоже хочет посмотреть, подождите. Ну? Вау. Вау. Отвечаю, мой. Вау. Запах, как пахнет вкусно. Давай, закрывай. Еще раз. И настолько на же, да, еще раз. Так. Да-да, так. Сюда. Сейчас включится. Да, вот сюда ты. Ну и все, уже минут 5 и будет готово. Давай на 5 поставим. Ой. Все. Давай на 7. На 7, ну давай на 7. Вот эта машина, кстати, еще работает, как здесь у нас идет сенсорная панель, да? И она работает также, вот можно к телефону подключить. Wi-Fi. Wi-Fi. Команду ей даешь, она даже где-то на расстоянии. Да. Ну, работает. Она дала ей команду, приготовил, домой приходит с работы, уже все готово. Но я пока еще не разобралась, надо разобраться. Вот жалко, что инструкция вся на английском языке. Ну ничего, помощь нам все-таки есть, интернет. Посмотрим. Ну все, Данечка, Данечка, не надо там горячо. Уйди, уйди, Данечка, убери ручки. Ой, какая красота. Какая Данечка, красота. Горячая. Супер. Девчоночки, к рыбке у нас будет вот такая икра домашняя. Здесь у меня кабачки, баклажаны, перчик, морковочка, помидорки. И домашняя икра, любимая нами всеми, кабачковая, заморская. Также домашняя. Все очень вкусно. Сейчас буду пробовать, девочки, рыбку. Сейчас буду пробовать рыбку. А вы ставьте Володе лайки. Не забывайте, поддерживайте его. Поддерживайте.
Так, ну все, рыбка наша приготовилась. Смотрите, какая-то красота. Вкуснота и красота. Ну вот, сколько? Вместо 10 мы еще 5 минут добавили, да, на всякий случай. Да, 7, потом убрали еще 2 минуты. Да. Ну а сейчас Лена будет пробовать. Сейчас попробую. Что у нас получилось? Ну, запах, конечно, ой-ой-ой, на всю... Что мне Володя приготовил? Ну. Сейчас попробую. Ой, даже жалко ломать такую рыбу. Давай, давай, пробуй. Ну, не зря на рынок, на рыбалку ездил. Не зря. Очень вкусная рыба. Ой, лявушка. Мне кажется, даже вкуснее, чем жареная, Володь. Получилось. Даже вкуснее. Ну, получается, Миша, она как в собственном соку готовится. Да. Ну. Что вкусно получилось? Лучок зеленый. Конечно. Обалдеть. Маринад. У нас же, говорил вам, есть икра. Заморская, баклажанная. Обалдеть. Ну все, не буду вас дразнить. Ну, всем приятного аппетита, кто кушает. Сейчас будем обедать. Ну. Всем приятного аппетита. Всего. Спасибо, что были с нами. Обязательно. Не бросайте нас, всегда будьте с нами.